раньше были у нас в районе... Депутаты? И нет, депутаты районных советов, и были у нас самоуправления. Угу. Избирательная должность была председателя самоуправления. Угу. Сейчас все это упразднено. И все перенесено на городские власти, только депутаты городского совета существуют. И если вам нужно обратиться, то других депутатов нет практически. А этих депутатов тоже нужно выискивать. А так никто не интересуется, что, как живут эти старики, как они выживают, какая медицинская помощь, ну никакой. Лекарства такие недоступные, и просить у кого-то какой-то помощи, не у кого попросить. Поэтому действительно, вроде бы у нас руководство страны совершенно не интересуется людьми, как они живут и как они выживают. В принципе, должно быть или депутаты должны быть районных советов, которые действительно нам очень помогали. Или самоуправление, когда будет председатель, значит, вот, который будет интересоваться, будет знать все беды людей, которые живут на этой территории. А кто знает, как живут эти люди? Ну, да. Кого это интересует? ЖЭКи устранены практически. Значит, тарифы повысили, а тепла в домах нет. Оплатите по полной программе. И обратиться некому. Я вот обращаюсь, там исполнитель, это самое, лампочек в лифте, в этом самом... В подъезде нет, вот у меня темно. Вечером идешь, открыть дверь почти невозможно. Я уже месяц об этом говорю. Месяц. И никакой реакции. Ну, никакой реакции. Так раньше хоть был начальник ЖЭКа, я могла подойти к начальнику. Теперь сделали, все это упразднили, укрупнили. И вы не достучитесь до этих высоких руководителей. Знаете, депутаты как таковые сами не появляются, их надо найти. Никто сам не приходит, мы их находим, мы ищем. Вот именно ветеранские организации ищут, как помочь нашему бедному населению. Ходим, просим, иногда паёк какой-то и продовольственный, чем-то человеку помочь. Человек этому рад. Если у него пенсия 1000-1200 рублей, как не так просто купить себе и сахар, и муку, которые цены теперь вместо 3 сахар стоит 16 рублей. Подумали бы, а пенсия на одном и том же уровне. Как его жить?